Александр Николаевич Варганов – один из лучших резчиков в истории Сергиевской Богородской резьбы. Он восстановил великую русскую маховую резьбу, а на ее основе некогда знаменитую сергиевскую игрушку – резную из папье-маше, старобогородскую скульптуру-игрушку и православную резную икону. Чтобы поближе познакомиться с творчеством мастера, мы поговорили с его супругой Марией Александровной Варгановой. После того, как Александр Николаевич закончил Богородскую школу, он успешно работал и достиг определенных успехов, мастерства. Но так случилось в его жизни, что Господь привел его в музей игрушки, и где ему показали образцы старой сергиевской маховой резьбы, которую он впервые увидел, которые поразили его. И он понял, что он должен попробовать поработать именно в этой технике. И тогда он к ней обратился. Отказавшись от предварительной лепки композиции в пластилине и вернувшись к резьбе с минимум порезок, с сохранением исходной формы трехгранного поленца с естественными сколами, Александр Николаевич вернулся в родную стихию, в которой его предшественники создавали бесконечную галерею высокохудожественных образов. Мастер эффективно использовал сумму трех рельефов на сторонах обычного полена, которое дает круглую скульптуру. Этому приему почти нет аналогов в мировом искусстве. По преданию, традиция маховой резьбы восходит к самому Сергию Радонежскому, резавшему на досуге игрушки и дарившему их детям. Конечно, свое вдохновение Александр Николаевич черпал с нашей лавры Троицы Сергиевой. Его вдохновляли древние храмы, древние иконостасы. И вот эти образы преподобных Сергия и Никона, вот я хочу их представить. Вот они как бы такой образ вместе с лаврой. Освоив маховую резьбу и восстановив сергиевскую резную игрушку, Александр Варганов закономерно подошел к православной резьбе. Так на практике обнаружилась и доказала себя связь сергиевской игрушки с искусством монастырских иконописцев и резчиков, среди которых сияют имена Андрея Рублева и резчика 15 века Амвросия. Поражает обилие созданных мастером образов, от православных святых до известных исторических личностей. Параскева Пятница, Тарас Бульба, Александр Сергеевич Пушкин, царская семья, священники Павел Флоренский и Александр Мень. Почти за 40 лет работы резчиком были созданы более 10 тысяч произведений. Работы мастера находятся в русском, историческом и других музеях нашей страны, а также в частных коллекциях России, Европы, Америки, Японии и Австралии. Евгения Дунина, Роман Панин, «День города».